реклама. Сегодня нарезка «Америка в лицах и приколы». Я действительно некоторых американцев прошу сняться в моем ролике. Я представляюсь как писатель и блогер, который хочет разбить стереотипы и показать американцев, простых американцев, как обычных людей, которые не ненавидят русских, не думают, что во всем виновата Россия. И вы знаете, из 5 человек 4 всегда готовы мне улыбнуться, сказать привет, иногда даже показать свои татуировки. А еще я стала просить их повторить слово «привет» в сексуальном, так сказать, варианте. Я говорю «say it in your sexy voice», скажи своим сексуальным голосом. Ну, просто ради прикола. И вы знаете, нравится им этот подход. И они вам говорят «привет» сексуальным голосом. Я люблю показывать прикольные товары. Как вы видите, товары для бассейна. Но вот этот в виде говняшки, Сергей. Сосиску взять хочешь эту? Нет, я не хочу ее взять. Я показываю, это для ролика. Ну, купим давай. Говняшку? Да. Ну, давай купим. Не. Ну, я говорю, что зачем? Ну, прикольно. Американский полицейский с татуировкой, как будто его кто-то поцеловал. I'm gonna teach you to say hi in Russian. Okay. It would be привет. 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 Now say it in your sexy voice. Привет. Oh, good. Вот он мне показывает так свои татуировочки. Это... Ага. Awesome. Эту американку зовут Каиша. Каиша. И Каиша скажет вам привет. Привет. Now say it with like sexy voice. Привет. How about more sexy voice? I can't do it. I can't do it. That's a sexy thing. I can't do it. Мы сейчас на ярмарке делаем съемку. Здесь ножи женщина продает, охотничьи. Она ходит с этим прикольным хвостиком. Она говорит, а мы любим маскарадно выглядеть. What's your name? My name is Anna. Привет. Привет. Very good. Now try to say in your sexy voice. Привет. Привет. Я говорит, с ножами давай. Привет. Дорогие друзья, этого парня зовут Трей. Трейет. При. Привет. 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 Now let's pretend you're trying to say this in your sexy voice. Привет. Thank you. Американка мне показывает надпись You may see me struggle. Может быть, ты увидишь, как я мучаюсь или там сражаюсь, but you'll never see me quit. Ты никогда не увидишь меня. Ты никогда не увидишь, чтобы я сдалась. Окей. Okay. Another one. If you can't handle me at my worst, если ты не можешь быть со мной, когда у меня все плохо, then you don't deserve me at my best. Значит, ты не заслуживаешь меня, когда у меня все хорошо. Thank you. Мне хвастается своей татуировкой. Принцесс Белла! Your dog! This is so cool! Can I teach you to say hi in Russian? It would be привет! 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 Now let's say in your sexy voice. Say that. Привет! Привет! Hi, what's your name? Taylor Elliot. Taylor, how old are you? I am 24. 24. You're gonna say hi in Russian? That would be... Привет! Привет? Yes, привет! Привет! Тут я на базаре пришла. Товар продается. Туалетная бумага с лицом Дональда Трампа. Можно, чтобы им задницу подтирать. $6? Yes. И вот, а это в виде доллара, деньгами задницу подтирать. Прикольно. Здравствуйте! Здравствуйте. 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 Very good. I'm sorry. What's your name? Silas. Silas. Работает здесь в строительном магазине.
И у него такие татуировки. What does this mean to you? That means kindness or love. Доброта и любовь. And, oh, lucky. Yeah. For good luck. Yeah, St. Patrick's in Seattle. Thank you, Silas. Hi in Russian will be Привет. 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 Yes, привет. Very good. Thank Этого you. Мужика зовут Рэй. Рэй. In Russian, hi would be привет. 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 Now say it like with a roar, like. With a roar, привет. Привет, привет. Привет, привет. Thank you, Рэй. Круто, мультика. That's great. Это две американочки, которые строителем работают. Они говорят, скажут по-русски привет. 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 Привет! Привет! Да, наш. Этот молодой человек, он работает в обувном магазине, и его зовут Стефан. Стефан. Yes. Speak Russian. Доброе утро. Окей. Привет! Привет. Now say in your sexy voice. I don't have a sexy voice. Привет. I don't have a sexy voice. I have to work on that. Throw like a sexy way. No. Привет. Привет.